вопросов к председателям фондов у нас нет. И переговоры с ними предложены. Мы готовы вести только по одному вопросу. Об их ликвидации. Да? Быстрой и неболезненной. Да? Но я бы хотел дальше продолжить вот такое предложение. Посмотрите, фонды пухнут, отчетность замечательная. Значит, а люди мрут, да, бедность растет, нищета растет. Может быть, нам действительно вот этот великий фонд национального благосостояния надо преобразовать в фонд ликвидации бедности и нищеты в стране сначала, а потом будем о благополучии мечтать. Да, и вот эти деньги мы предлагаем направить на эту задачу, которую сегодня... Олег Анатольевич, у вас это выступление, да? Не вопрос. Учитывая... Практически. Можно кому-то дать вопрос? Нет представителя правительства. Зачитываю вам. Вы по какой теме хотели? У нас рассматривается третий вопрос, четвертый, пятый. И на третьем, и при рассмотрении третьего вопроса, и четвертого, и пятого, у нас с вами доклады делали официальные представители правительства Российской Федерации. Вы тоже по доверенности от граждан здесь работаете. У каждого разная доверенность. Вот. А о том, какая ее цена, поподробнее, но в другом месте. Хорошо. Коллеги, еще понимаю, что... У нас остался вопрос от «Единой России».